изначально это была хореография для себя, знаете, как приходили девочки, хотели там подтянуть корпус, спинку и так далее. То есть это было исключительно для удовольствия, для собственной души, и в моем случае тоже. Тренировка, на самом деле, она очень разнообразная, потому что я, например, девочек ставлю к станку, то есть я вытягиваю ноги, я ставлю корпус, спины и так далее, я тяну девочек. Девочки садятся на шпагат и так далее. То есть тренировка сама по себе, она очень разнообразная. И это работа на все группы мышц без их наращивания, скажем так.